Всем привет от мелкого Филимона. Да, Филимош. Правда, это еще непонятно, кто это, Филимон или Филимониха. Это у нас неделя. Возраст одна неделя. Даже где-то чуть-чуть больше. Видите, какие лапы мощные. Ну, давай какашку на меня отложи еще. Слушай. Витя сегодня в образе мамы совы. Все, давай спать. Откройтесь. Ну и фильму этот, Орланчик. Кто там? Кто там? Кто Орланчик? Это мой нос. Кукуси, 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 кукуси. Давай, кусай за нос. Ням-ням-ням, что-то вкусное. Давай, поверни сюда немножко так. Мордочку свою покажу. Видите, даже совы любят, когда их чухают. Лилу, иди сюда. Лилу. Лилуша, иди сюда. Иди сюда, зайчик. Иди сюда. Давай запрыгивай. Иди сюда. Иди сюда, Лилу. Иди сюда. Иди сюда. Давай, иди сюда. Смотри, кто у нас. Иди сюда. Лилу. Иди сюда. Иди сюда, Лилу. Давай, иди сюда. Лилу. Лилу, иди сюда. Сейчас Лилу придет в гости к нам еще. Не. Ее домовой сыч зашугал, она боится сов. Ох. Кстати, некоторые люди, да, правильно, некоторые люди, они сейчас задают вопрос, чем сова отличается от филина и является ли филин совой. Так вот, оказывается, что филин — это тоже сова. Да, ты сова, представляешь? Ты сова. Сейчас мы тебя будем кормить. Так что филин — это сова, царь совиных. Самый крупный представитель совиных. Да. Вкусненький нос, да? Сейчас будем кушать. Ну ладно, товарищи подписчики.
Пишите, звоните. У кого тоже есть филины. Всем передаю привет. Если у вас есть филин персональный, пишите в комментариях, откуда вы. Все, всем пока. До связи в прямом эфире.